Сезон весеннего половодья идет полным ходом, но ситуация, как говорят в МЧС, постепенно налаживается. Уровень воды в малых реках идет на спад. Так, за сутки на реке Колокша вода ушла на 39 сантиметров. А вот ситуация с крупными реками остается без изменений. Уровень воды растет. Например, на Клязьме вода поднялась на 20 сантиметров, а это значит, подтоплений не избежать. В настоящее время продолжается подъем уровня воды на реке Клязьма, в результате чего прогнозируется увеличение количества затопленных участков на территории Собинского района, населенный пункт Малые и Большие Сокольники. Напомним, сейчас на территории Владимирской области остаются подтопленными один мост, 5 участков автомобильных дорог и 77 приусадебных участков. Один из таких находится в Петушинском районе. Это дорога на село Марково, деревни Чаща и Барок. Но волноваться не о чем, заверяют сотрудники МЧС. Вместе с тем, вопросы жизнедеятельности на этом участке населения не нарушаются, имеются объездные пути к данным населенным пунктам. Непрерывно ведется контроль за переправой через реку Клязьма в Визняковском районе. С 15 числа там разведен понтонный мост, работает лодочная переправа. В заречной зоне расположено 16 населенных пунктов, в которых проживают 495 человек, в том числе 44 ребенка. Сотрудники МЧС продолжают вести мониторинг по области. Для этого задействованы 11 гидрологических постов и 16 водомерных линеек.